Велосипедист-каскадер Мэтт Олсон исполнил смертельный трюк, проехав по аркам моста в техасском городе Форт-Уэрт. Высота этих пролетов составляет почти 6 метров, а ширина не более полуметра. На проезжей части моста, не переставая, ехали автомобили, однако это нисколько не испугало охотника за адреналином. За свою жизнь Олсон перенес 13 сотрясений мозга, разрыв селезенки, несколько операций на коленях и уже 7 раз вставлял выбитые зубы. По его словам, выполнить именно этот трюк он мечтал, когда конструкцию только начали возводить. У съезда с моста его ожидали полицейские. Штраф выписывать не стали, ограничились лишь устным предупреждением. После того, как видео появилось в интернете, представители городской администрации призвали жителей использовать мост только по назначению. Тем временем ролик с выступлением велосипедиста уже собрал десятки тысяч просмотров в YouTube.